Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Я нахожусь на набережной, Михайловская набережная, в городе Новосибирске. Сейчас спустимся к реке Обь. Вот я спустилась. У нас сегодня прохладно в Новосибирске, 26 градусов, пасмурно и ветерок очень свежий. Метро. Спускаемся ниже. Вот мы спустились еще на один ярус. Свежий ветерок. Семья велосипедистов или просто... Велосипедные дорожки? Да. Может, со школы они, потому что много ребятишек, и все одного возраста. Сидят на лавочках, отдыхают, дышат свежим воздухом. Мост, еще старые советские эмблемы. Вижу звезду, наверное, там серп и молот. Октябрьский мост называется. Очень много мостов. Я даже не знаю, сколько. Напишите, если кто знает. Вот река Обь, полноводная. А мы прогуляемся с моей попутчицей по набережной. Очень красивая, широкая. Ну, у нас в городе, конечно, маленькая. Не такая, как здесь набережная. Чёртово колесо. На том берегу красиво видно здание и какой-то спортивный комплекс, наверное. Типа стадиона крытого. Красиво смотрится. Если видно, вон там уточки плавают две. Селезень и уточка. Семейка дружная, селезень и уточка. А, еще есть одна, их трое, оказывается. Смотрите, здесь тоже вешают замочки на счастье. Но что-то он одинокий, замочек. Очень много молодежи прогуливается. Это маленькое кафе на набережной. Вот здесь видно чертово колесо очень четко. Там закрытые кабинки стеклянные. Современные. Смотрите, написано «Река». Так. Вот здесь такая полянка голубых цветов. Как называются, тоже не знаю, но очень тоже красиво. На зеленом фоне голубые мелкие цветы. Я не прохожу, потому что тут велосипедная дорожка, и я могу
не заметить велосипедиста, поэтому иду по краю. Это стадион Арена называется. Вот тут такой карман. Скамеечки, можно отдохнуть. А здесь вот арена. Сейчас подойдем поближе, сниму. Такая интересная скамеечка. Здесь такой спуск. Можно спуститься, ноги помочить. Самолет, если видите, взлетел. Там вон мост интересный, подвесной, на подвесной конструкции. Собачки бегают. Видишь, подстригли. Здесь как причал, что ли. Ну, мне так видится. Такая панорама. Ага. Очень красиво. Такая лестница красивая. Это сцена. Здесь проводятся гуляния, выступают артисты. На этой сцене даже выступала Полина Гагарина. Такая информация мне поступила. Там детский комплекс, карусели небольшие. Музыка, не знаю, забанят или не забанят, уже тараторить не могу. Ну, очень громкая музыка. Вот, вот такая вот красивая картина. Карусели детские, типа ромашки. Как? Вот здесь тоже очень хорошо смотрится это колесо. Здесь тоже такие спуски к воде. Вот мы пришли с той стороны сюда. Такой вид. С этого пирса прогулочные катера летом ходят. Может, и сейчас ходят, но пока что нету их. Здесь вот небольшой комплекс детский, машинки такие. Вот, я дошла до этого, до этой карусели, и уже заканчивается. На этом хочу закончить свое видео. Подписывайтесь на канал, смотрите мои видео. Будьте живы и здоровы, и всемирного неба над головой.